Сегодня наша встреча нашего бизнес-клуба посвящена очередной бизнес-теме, исключительно актуальной, супер горячей, как говорят, коммуникация в бизнесе. Поэтому сейчас на эту сцену я приглашаю ведущего сегодняшней встречи, заслуженного члена системы Toastmasters Михаила Павлова. Госпожа президент клуба, уважаемые члены клуба «Оптима Форма», наши коллеги, партнеры из других клубов системы Toastmasters, а также многоуважаемые гости. Я хочу поставить на кон 6 бутылок пива «Корона», чтобы вы никогда не угадаете, чем я занимался непосредственно перед тем, как прийти сюда, в здание точки кипения, на эту встречу. Есть ли какие-то... Ирина? Ну, это рабочие моменты. Я имею в виду, чем я занимался целенаправленно. Считали рабочий конфликт. Кирилл, последний карций? Никто не угадал. Мои 6 бутылок пива «Корона» остаются в моем прекрасном холодильнике, потому что до этой встречи я читал Конституцию Российской Федерации, дорогие друзья. И что я вычитал в Конституции Российской Федерации, хотя, может быть, сейчас не модно ее цитировать, там есть статья 31, которая и звучит буквально следующее. Граждане Российской Федерации имеют право собираться, проводить собрания, митинги и так далее. То есть все мы можем собираться и общаться, и нам это право гарантировано Конституцией. Как любое право, оно идет рука об руку с определенной ответственностью. В тот момент, когда мы пользуемся своим правом, мы тем самым нарушаем права других людей. И перенося это в контекст некоторых собраний, наверное, мы хотим убедиться в том, что эти митинги и собрания и прочие всякие вещи, которые гарантированы в Конституции, происходят результативно и используют для всех участников. И особенно, конечно, важно это в бизнесе, потому что конкурентная среда, она не дает нам возможности расслабляться или что-то пропускать. И если наши коммуникации, наши собрания с нашими партнерами, коллегами, клиентами и так далее будут неэффективны, то, может быть, вам никто не предоставит уже и второго шанса не поучаствовать. Вот не далее, как вчера, я разговаривал с одним своим знакомым, и я посетовал, что от моих утренних собраний, моей замечательной компании, у меня заболела голова. Видимо, потому что участники этих собраний, может быть, не совсем трепетно и ответственно подходили к тому способу, каким они их проводят. И, конечно, мы хотели бы избежать таких ситуаций, друзья мои, потому что второй раз с этими людьми у меня уже нет естественного желания общаться в таком же ключе. Именно поэтому встреча нашего сегодняшнего клуба посвящена теме коммуникация в бизнесе, переговоры, презентации, собрания, как повысить их